за таинственность, мышь? Есть пара хитрых мыслишек на уме. Ты заработаешь деньжат, а мышь начнет счастливую жизнь. Где-нибудь на берегу будет разводить кур, коз. Но... Человек требует огромную сумму за услуги баек. Но бог насмешки, Мом, не спаслал мне тебя в помощь. Полагаю, в этом плане присутствуют римляне. И контрабандисты, готов к нашей последней авантюре баек? Ну ладно. Баек? Мы еще не закончили. Язык римлянина легко развязать изрядным количеством вина. Мне тут сказали, что у корабля есть секретное имя. Корвум Нигрум, черный ворон. До причала ворон сбрасывает контрабанду на мели. Будешь настоящим капером. Укради портовую ведомость. И мы поймем, по какому пути плывет корабль. Буду ждать на той стороне. Не попадись, баек. Увидят, сразу накинутся. Думаю, что охотникам пора стать добычей. Стей, коресанто! Кампана! Хик молестус! Налите ими, фратер! Эго лудрисон! Idiotin, oran vulimiti mihaneste relaxere. Qui daga tuorin caelo nomen. Вот он, черный ворон, и записи римского начальника порта.
memorias para que vas más de tu danestín. Бай, ты вернулся в целости. Ведомость гласит, что корабль прибыл из Александрии с первым приливом. А, значит, они сбросили контрабанду к востоку от Аполлонии. Однако, судя по ведомости, римляне это знают и будут искать груз. Из тебя вышел отменный пират, Баек. Пройдоха семи морей. Надо сказать, это один из самых интересных твоих планов. Рад, что тебе понравилось, друг. Наш человек готов к встрече у развалин на берегу. Не забудь взять багаж. Вскоре тот домик будет моим. Меня не должны здесь заметить. Non muovere! Сокровища больше пригодятся мыши, чем контрабандистам. Налите иви! Эго астендам тиби долор! Ультиме тиби аде умпедасет! Систе! Sei tu! E non muovere! E percutiamo, signor! Lente Ivi!
Где они, крыса? Сдохни, тварь. Шевелитесь, вы, дармоеды! Байк, убей гадов! Покойся с миром! Мы закончим быстро! Ну и где все? Есть что-нибудь? Эй, ты! Надо проучить кое-кого как следует. Разберем. Как обычно. Как? Никого. Это странно. Что? Вот ты где! Эй! Орел рехнулся! Не бью его! Осирис тебя покарает, тварь! Ай-яй-яй! Нет никого! Ничего. Эй, ты! На
Нашли что? Будет им последний жизненный урок. Тебе здесь не рады. А вот и ты. Я уже рядом. Вижу. Ничего. Что? Всех поймаем. И пора. Что? Сдохни! Место хорошо охраняется. Теперь вы попляшете. Мой друг здесь. Он был еще одним мошенником. Ну и куда теперь? Кирена требовала жертв, Баек. И мне пора на покой. Будешь скучать? Потому что творили римляне? Или как люди плевали мне в лицо? Нет. Тебе стоит продать этот товар и купить дом, как ты хотел. Так и будет. Буду делать вино, разводить коз. Мы еще поднимем чаши за нашу дружбу. А, какой славный будет день. Вот твоя награда. Благодарю от всего сердца, Баек. Сердце человека — это его бог. Прощай, Сминтос. Это просто руины. Посейдон забрал их к себе.
Это место. Святилище. Искрящееся силой богов. Оракул зовет меня к себе. Я чувствую. Как воспеть мне тебя, о сияющий ярко, охотник из Делоса, блистательный сын лета. О Феб светоносный, я лира твоя, услышь мою клятву, даруй мне песнь, наполни меня огнем. Я помню, ты являлся мне в видениях, орел. Аполлон говорил о тебе. Царь плакал, когда убил белую лань. Ибо оказалась она охотницей, бледной и прекрасной, в золотом венце. Аполлон повелел Гее превратить слезы царя в озеро, застывшее высоко над равнинами. Бог света обрушил свой кулак на гору, отвел туда любимую и сказал: «Никто не найдет тебя. Никто, кроме орла. Он пролетит над пятью городами с золотым венцом охотницы в клюве». Почему ты зовешь меня орлом? Священный венец твой, орел. Найди его, и ты станешь процветать. Озеро слез высоко над равнинами. Аполлон хочет, чтобы я нашел венец охотницы. Озеро слез высоко над равнинами. Аполлон хочет, чтобы я нашел венец охотницы. Эй! Эй, что? Выпущу тебе кишки! Орел! Орел! Воу! Озеро слез высоко над равнинами. Аполлон хочет, чтобы я нашел венец охотницы. Эй! Яла! Тебе здесь не рады! Дурная птица! Я! Халес!
Попробуй это! Озеро слез. Что там было дальше? Бог света обрушил свой кулак на гору? Стража держит. In consumationem. Озеро слез высоко над равнинами. Аполлон хочет, чтобы я нашел венец охотницы. Ау!
Озеро слез. Что там было дальше? Бог света обрушил свой кулак на гору. Tibi dolor! Сама божественная охотница Кирена. Легенда о Кирене и Аполлоне. Дева, убившая льва. Она сильная и храбрая. Прямо как Ай. Аполлон влюбился в нее. Корона?
Должно быть, это венец из пророчества. Спасибо Аполлону за этот священный дар. Ultimum quod tentasset! Mors ego luderis ordina! Sure in puer, iam duplex. Что? А вот и ты. Я убью тебя! Что там? Mm-hmm.
Рано или поздно ты вылезешь. Лучше не привлекать внимания. Эй! Что?
excusez. Tibi abe, tibi manere. Ramas, kunas. Sed sanguinum, a sepulcrum. Quis audibus contra me? State! Consumationem! Et percutiamus eum! Tibi ave! Tibi manere! Ego astendam tibi dolor! Core, quid acidit? Si se, ne tu! Thank you.
Thank you.